Простой рецепт приготовления горбуши в духовке с майонезом, который доставит вам невероятные вкусовые ощущения, его полюбят даже те, кто не ест рыбу. Простой рецепт горбуши в духовке с майонезом. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Как приготовить горбушу в духовке с майонезом? Вытаскиваем кости, наливаем на противень масло, укладываем рыбу. В то время как рыба готовится, займемся овощами, берем и очищаем лук. Лук нужно будет нарезать полукольцами. Готовый лук смешиваем вместе с морковью, которую необходимо будет пропустить через крупную терку. Подписавшимся, больше вкусностей. Майонез следует разбавить с водой в пропорции 1:1, вылить его на поверхность рыбы и овощей. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Горбуша, 500 грамм, морковь, 2 штуки, майонез, по вкусу, лимон, 0,5 штуки, перец, по вкусу, черный молотый, соль, по вкусу, лук, 3 штуки, репчатый, растительное масло, 50 грамм, количество порций, 3-4. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Заходите снова.